Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Demon's Souls. Мы находимся все так же в этой непонятной тюрьме, в этом узилище. Здесь много неприятных тварей, но в принципе пока что неплохо справляемся, еще ни разу не умерли, но я думаю в этой серии будет первый раз, потому что все сложнее и сложнее становится. Вон там вообще непонятная здоровая хрень, которая близко подойти не дает, а издали расстреливает разнообразными неприятными штуками. Ну да ладно, расстреливает и ладно. Нам она тоже ничего сделать не может. Теперь нам нужно идти вперед, пробираться. Что у нас здесь? Здесь у нас какой-то ништячок лежит. А нет, подожди, там надпись. И как мне туда попасть? Вон там впереди какая-то непонятная махина. Я к ней, честно говоря, не хочу идти. У меня по ощущениям это какой-то новый босс, что ли. Ага. Что она делает? Так, зачем мне может понадобиться сюда идти? А, все понятно. Блин, главное не упасть. Нет, этот механизм какой-то похож. Привет, привет. Нашел место, где написать. Рапира плюс один. Не мое. Я предпочитаю более тяжелые виды оружия. Так, возвращаемся. Главное не сверзиться вниз, потому что, блин, что-то тут как-то глубоковато, по-моему. А на ту сторону как попасть, интересно. Ладно, пока история об этом умалчивает. Хрен на себе. Не атакуй. Но тут явное самоубийство, да? Смотрите, сколько стрел в полу. Даже не заморачивайся, написано. Кто-то заморочился, похоже. Давайте посмотрим. Упал. Так, ну, я так понимаю, нам сюда. Блин, давай. Самому еще не хватало подобным образом ушататься. Так, ладно. Взяли. Ой, тихо, аккуратно. Так, а куда нас это приведет? Я так понимаю, что мы просто за секретиком пошли, а как нам туда-то выбираться вообще? Как мы там пройдем? Осторожно. Я предельно осторожен. Что-то нам дает тут, но и стартовали серию. Может, с той стороны также прошибить можно? Да нет, нельзя. Так, ну давайте смотреть тогда, что там делать. Я, честно говоря, не представляю. Че взял? Да вроде ничего особого не взял. Ну, не на ту сторону явно. В этой игре персонажи не умеют прыгать у нас. Туда вниз, насколько я понял, тоже не получится ничего хорошего из этого. Это нереально. Ну-ка. Ой-ой-ой, не-не-не, ни в какую. Так, ну давайте назад возвращаться, что-то думать, как-то решать этот вопрос. Потому что
Оттуда пройти нереально. Отсюда тоже как-то особо не пройдешь. Похоже, что... Да, тут все перегорожено. Блин, механизмы. Кругом механизмы. Пойдемте тут смотреть, а что у нас еще тут может быть? Тут у нас дорога только с белой тенденцией, тут у нас обвал, тут у нас бабайка большая, непонятная и страшная. Пойдемте в эту сторону, возможно, отсюда сможем как-то обойти. Тут закрыто, да? А, подожди, я тут вообще не был, похоже. Или я ключ какой-то взял? Или что? Что-то я, похоже, проморгал опять по своему обыкновению. Так, ладно. По крайней мере, куда-то мы пошли. А, я тут вообще же не был, точно. Атакуй. Ага, блин, я обожаю эту игру. Вот такие неочевидные вещи, вот именно за них игру и начинаешь ценить. Ага, вон ее механизм. Надо сказать, продвинутый такой механизм. Так, тут у нас ништяк какой-то лежал. Надеюсь, он на меня не довернется сейчас, это будет печально. Эсток, ну это вообще не мое. Я в этот раз предпочитаю орудовать тяжелыми типами оружия. Потому что легкими орудовал в предыдущей части. Шарт. И что, все, что ли? Тю! Я тоже думал, какое-то решение сейчас будет, а у нас, блин, просто оказывается. Дали всяких приколюшек небольших. Печально. Будем дальше искать. Будем искать. Тут у нас обвал, да? Ой, блин. Чуть не упал. Так, ну все, тогда давайте возвращаться назад. Да там посмотрим. Как-то, блин, на второй этаж поднимемся. Возможно, там теперь что-то открыто. Ну, то есть мы какой-то ключик взяли. Простите, мне просто охота тишины. Так, туда мы проходили, там ничего хорошего не находили. Там лежит броня, которую я не смог взять из-за перегруза. Но она точно такая же, как моя, поэтому я не сильно по этому поводу расстраиваюсь. Так, и что же нам делать? Давайте пойдем назад, будем осматриваться. Тут были закрытые двери, но я не помню, чтобы я ключ брал. Вот не помню, хоть убей. Здесь у нас ничего вроде как. Сюда приходить только с белой тенденцией, да? Ну да. Нет, тут тоже ничего нет. Подожди, а там что такое? Там ништяк какой-то лежит. Только я к нему пройти не могу. А, ну да, это все при белой тенденции. Понятно. Надо этот мир запомнить. Это у нас 3-1. Что тут при белой тенденции? Вот такие кренделя. Так, тут подъем наверх. А я тут был, нет? А, ну да, вот эти две двери были закрыты. А, все, отлично. Только я не помню, где я этот ключ взял. Я невнимательный, ёлы-палы. Включись давай.
Что дальше? Ктулха. Одна здоровенная ктулха. Оп, с Новым годом. Там твоя подружка пришла, да? Оп, здрасте. Ой, бежим, бежим. А, блин, цепануло. Фу, так. Опасные твари. Ну, вроде как справляемся пока. Ничего такого уж прям критичного не происходит. Попрошайки опять. Ладно. Это я понял. А там у нас что? А там у нас второй коридор такой же, но в нем что-то лежит, поэтому пойдемте возьмем. И заодно дверку откроем. Тоже лишним не будет. Это что такое? Ладно, неважно. Где я нашел этот ключ смотрителя? Где я его взял? Хрен поймешь. Я просто так вещи хватаю, что я быстренько нажимаю кнопку креста, и я даже не вижу, что взял временами. Видимо, был один из тех случаев. Или просто шары продолбил, что тоже со мной бывает довольно часто. Поэтому какие проблемы. Главное, что взяли, прошли дальше. Хорошо. Так, а вот и машинерия, да? Ну, мы, по крайней мере, ее обходим, похоже. Мое сердце ломается. В смысле, сердце разрывается от того, что тут столько дохлых крыс. Вообще ни капли не жалко. Мое что-то не разрывается. Так, сюда нельзя. Подожди, а тут что? Ничего. Прошайки. Налево. Налево, говоришь? Понял. Хотя, блин, простите меня. Сейчас я сначала белую пелену сниму. С этой стороны ты не такая страшная, да? Рычаг. Офигеть. Так, ну что теперь я могу? Да, добро пожаловать. Я надеюсь, она сейчас меня не выстрелит. Душа. Кольцо крысиное какое-то. Душа. Кольцо умной крысы было. Камешек еще один. Хорошо. Теперь у нас есть практически срез. Если мы сейчас начнем, нас убьют, и мы начнем по-новому, сюда добежим минуты за 3-4. Если, конечно, не будем встревать во все бои. Так, а нам туда, похоже, нужно. Давайте наверх своем теперь. Теперь-то уже можно, я думаю. Так, они же не было там еще? Нет. Что-то высоко поднимаемся. Да, офигеть. О, горгули. Ненавижу горгули.
Так, ладно. Добро пожаловать. Так, кстати говоря, кольцо умной крысы. Когда мало жизней, сила атаки увеличивается на 30%. Не устраивает, я не люблю, когда у меня мало жизней. Там ништяк какой-то лежит. Так, ну мы сейчас туда же придем, только поверху, я так понимаю. Подожди, а что такое было? Мне показалось. Блин, а что тут столько бладстейнов? А, нет, это не бладстейны, это просто кровавые отпечатки чьи-то. Ладно, пойдем. Кафедральный собор, напоминающий тот, что в Dark Souls был, но тут, по крайней мере, красиво освещено все. Сокровища спереди. Не зря пошли. Попрошайка. Вроде ничего, да? Я ж тебе говорил. Молодца. Так, это посох, мне он не нужен. Посмотри. Напоминает, блин, такой же собор был в первом Uncharted. Там мы прыгали по люстрам. Наш герой, к сожалению, поп-копушка так прыгать не умеет. Так, ну и все, теперь на ту сторону хочу, там еще что-то лежит. Как мне туда попасть? С той стороны тоже есть дверь. Ладно, так, сейчас спускаемся, похоже. И ищем второй подъем. В целом все достаточно неплохо идет. Достаточно хорошо. Земли, конечно, какие-то мрачные, вообще обалдеть просто. Темно так. Так, все, эпичный спуск вниз. Прямо СЦП. Че? Удачи тебе. Да ладно, спасибо. Попрошайка. Как много попрошайка. Народ, смотрите, активно играет в игру, да? Совершенно не забросил ее. Несмотря на то, что она вышла уже сколько лет назад. И сообщений куча, и... так, это то, что я думаю. Да, это подъем наверх очередной. Ключ спереди. Туда мы не проходим. Сколько лет прошло, а люди все играют в игру. Это, по-моему, показатель качества ее. Кто-нибудь сейчас играет, скажем, в... Ну, не знаю. Ладно, не буду ничего говорить. Чтобы не оскорбить фанатов какой-нибудь игры. Так, чё? Давай-ка. Негодяй ждет тебя спереди. Бедный парень ждет тебя спереди. Что произошло? Ага, пошел. Опасайся лошадца спереди. Да блин, что кто... Но это сам по себе, это называется естественный отбор. Если ты тут спрыгнешь вниз. Ага. Но сначала я схожу туда, в собор. Нам по-любому туда, похоже, только понизу нужно. Попрошайка. Лжец. Опасайся, да блин, прям так.
счетчики. Хорошо. Что тебе надо? Я слуга. Я не хочу вмешиваться. Я тебе проблем не составлю. Нет. Лжец ты, да? Лжецов никто не любит. Специальный ключ. Слушай, этот специальный ключ, он не открывает ли, допустим, камеру с тем же заключенным, а? Так. Тут, я понимаю, будет битва. Или нет? Давайте быстренько назад сбегаем. Посмотрим, смогу ли я открыть клетку с тем заключенным. Сейчас, я так понимаю, это будет очень быстро, потому что у нас срез появился новый. Но сначала сейчас, кстати говоря, попробуем спрыгнуть тут. Главное не убиться. Если неправильно прыгну, то убьюсь. Последний раз, когда я так прыгал в Dark Souls, это кончилось плохо. Так, бисмилля, давай, погнали. Ой, тихо. Совсем не страшно оказалось. Лотус. Кто-то убился. Упал. Ага. И кто-то там нападает снизу, кто-то похоже. Тихо. А ты кто такая? А ты? Это фантом, что ли? Это, похоже, сюжетный фантом. Я же в форме души. Ну, давай. Опыт есть с вами. Общение. Тем более, если ты NPC, похоже. Похоже, что... Да хорре, но... Живучая какая, а? Скотина! Сдохнешь уже, нет? Давай, ну. Дайте. Блин. Кто ты такая вообще? Ой, это плохо. Но у нас есть трава, главное, чтобы нам дали ее использовать. Да подожди ты, блин, ты меня достал уже. Сдохни ты, мать твою! Да что ж... Убила, смотри. Ну ладно. Смотрите, сколько у нее жизни осталось. Блин, у меня и трава была справиться с этой... Ты посмотри. Теперь там и мой Bloodstain, короче говоря, будет. Ну ладно, в принципе, я думаю, мы сейчас быстро добежим. Тем более у нас ключ есть. Нам все же по дороге будет довольно близко. Да печально. Мне это печалит. Ну, первая смерть непредумышленная в игре. На четвертой серии. Для такой сложной игры это, по-моему, почетно. Сложный враг. Все-таки я сюда рановато пришел, но, в принципе, справляюсь ввиду того, что более-менее научился играть. Но все равно, конечно, времена меня не сносят. Натурально чуть ли не все жизни. Это же нехорошо, на мой взгляд. Нужно быть осторожным, короче. Сделал один удар, после этого отдыхаешь. С ней плохо то, что она быстро и не дает лечиться. Скотина. Вон мои тела. Вернее, души. Ничего несу. Я уже 1000 успел заработать и не заметил даже. Невидимый враг спереди. Ну, он так-то видимый. С определенного момента становится.
Блин, сколько тут бладстейнов. Похоже, не только я с ней проблемы испытываю. Спокойно, девочка. Вот так лучше. Тише едешь, дальше будешь. Скотина, скотина. Давай, 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 бей. Потихоньку, помаленьку, по чуть-чуть. А, скотина. Я надеюсь, ты лечиться не умеешь. Скорее всего, умеешь, верно? Куда пошла? Блин, да что ж такая опасная-то, а? Что ж ты мне такие проблемы доставляешь? Обычный, казалось бы, фантом. Пошла в попницу, а? Сейчас, подожди. Сейчас, дорогая. Вроде не гонится, да? Проблем с этой бабой. Так. Где? Давай быстрее. Хорош. Half Moon Grass. Хорош. Ой, блин, какая ты скотина сложная. Ну и давайте попробуем еще раз. Обалдеть. Она для меня больше сложности представляла, чем первые два босса вместе взятых. Тихо, тихо, дорогая, тихо, тихо, тихо. С быстрыми врагами, да, определенные проблемки есть. Знаете, я тоже умею драться. Знаете, могу добавить. Знаете, скотина, убил меня. Ну давай, давай, блин, ты ей за спину вообще не зайдешь, похоже. Ну то есть зайдешь, я уже заходил, но очень сложно. Знаете? Иди ко мне. Парирует неплохо. Блин, ты что ж ты какая... Знаете? Все. Практически все. Фу, блин. Ну ты, бабонька, даешь. Ну ты даешь. Блин, не могу носить. Что-то надо выкинуть. Выкинем, как обычно. Блин, надо бы вообще в Nexus сходить, вернуться. Но я все равно, допустим, вот этим не дрожу. Вот этот я могу как-нибудь... дроп. Нет, не это. Мы лучше вот этот магуское. Нет, не надо сортировать. Да. Серебряные браслеты. Тоже нафиг не нужно. Так, дроп. Дроп. Блин, второй шлем подобрал. Все равно продавать тут нельзя. Много всего подобрал, смотри. Так, ну ладно, так я думаю, нормально будет. Теперь давай подбирать вот эти приколюхи. И что у нас тут дальше? Не знаю. Сейчас посмотрим, к чему все это приведет. Надеюсь, тут одна такая была, потому что вторую такую я не переживу. Вообще, конечно, пора бы уже сходить. Да, это явно босс.
пора бы уже сходить обратно в Nexus, но сейчас, я думаю, мы с этим боссом подеремся. Это оно написано. Попрошайка очередной. Так. Поставим Half Moon, что ли? Ну, погнали. Да, определенно босс. Четырехрукий. Ух ты! Симпотная. Так, это ее фанаты, похоже, да? Давайте, ну. Ох, я сейчас нарвусь, похоже. Так, что-то ты меня не атакуешь совсем. Ждет, скотина, ждет. Видимо, достаточно опасный противник, потому что совсем не волнуюсь. Ой. 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 Допустим, что дальше? Так, ребят, ко мне. Помогайте мне. Да, блин, ты косой, что ли, совсем? Иди сюда. Мне кажется, что они и молятся, и в результате вот эта штука была, потому что как-то странно это было. Когда я в первый раз попал, он вроде как молился, под ним такой же кружок был. Да, блин. Да, твою ж дивизию. Я просто не понимаю, что происходит. Тихо. Так. Дальнего оружия нет, оно тут сильно помогло, я так понимаю. Блин, вот тебя бы убить, дружок. Неплохо. Так, блин, хватит, по-моему, тратить уже самые хорошие зелья. Дайте. Ага, понятно. Ну что, умеешь? Ага, понял. И что, не дотянусь, тоже понял. Так, ну допустим. Ты либо это... Вот это ты, по-моему, потому что по звуку ты вроде как... Ой, ой, перекрестный огонь. Так. Да. По звуку можно определять, где она. Да бей! Ну так ты терпимо пока что. Ага, вот ты, да? Одна из них. Ну какая, точно не знаю. О, вон та в центре, потому что только у нее стрелы настоящие.
Но, блин, к ней подойти сейчас проблемно будет, потому что, сами видели, все обложено со всех сторон. Хорош. Помаленько, по чуть-чуть. Вот это вот она. Нет, это не она. Нет, 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 не она. А, давай, 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 давай. А, блин, да ёлы-палы. Не, ну смотри, ну это в принципе реально, да? В принципе реально её убить, сейчас только бежать, опять столько пилить. В принципе не столько уж пилить. Чё, минуту три, опять же. Так, ладно, раунд три. Я прекрасно понимаю, что с ней делать. То есть тактика вообще элементарна. Но при этом определенные проблемы все-таки есть. Dark Souls наконец-то начал показывать свои зубы. Demon Souls, вернее. Dark Souls-то уже давно все зубы мы пообломали. Ну, вы поняли, о чем я. Что у тебя? Лотос. Хорошо. Держи, дружок. Держи. Держи. Ишь, что задумал, а? Ой, тут-то откуда? О, бляха-муха. Совсем с ума сошла, что ли? Не успел. Не шмогла. Блин, а. Давай, 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 пошло, пошло. Ешь ее, ешь, блин, плохо. С каждым разом их все больше и больше. Может, и самое печальное. Так, так, и так, так, половины жизни нет. Вон она, или вон она, сейчас поймем. Вот это наша пациентка. Да-да-да. Давай, 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 давай. Ай, тихо, блин. Уйди ты, ёлы-палы, уйди. Где, откуда меня шарашит? Откуда меня только не шарашит, вернее. Фу, что-то в этот раз у меня напряжно как-то все идет. Так, ну ты вроде наша, да? Нет, не она. Ага, какая-то из этих. Блин, ах вы сволочи-то какие, а? Не столько сложно, сколько, блин, осторожно просто надо быть. А так-то тут особых проблем я не вижу. Но при этом... Так, вот тут она. Давай, погнали. Ай, ты не она. А вот ты она. Хорошо ой, тихо, хорошо смеется. Да, блин, что ж такое? Сейчас меня убьют. Хорошо да ёлы-палы. Ёлы-палы, я что, так и буду в нее попадать, что ли? Давай. Давай. И на тебе еще напоследок. Так, все самое сложное.
Вон там она. Тихо, подружка. Так, вот это наша, нет? Не уверен, честно говоря. Нет, это не наша. Вон та наша. А, вон та наша. Давай, подружка, давай, 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 давай. Давай. Ах, есть, успел. Фух. Ну что ж, довольно сложный босс. При моей скорости, моей выносливости, надо сказать, это было достаточно напряжно. Быстрым персонажем, я думаю, я бы вынес с первой попытки. Потому что тут на скорость в основном все было. Ну да ладно. Если бы да кабы и тому прочее, это все глупости, конечно. А так, с третьей попытки, ну ладно, черт. Было достаточно сложно, могу сказать. Кто играл, тот, наверное, знает, насколько это сложно. Или наоборот, легко. Возможно, это было для вас легко, для меня сложно. Короче, как бы то ни было, в этой серии у нас пошли первые смерти. Да, тут у нас получалось не умирать, но теперь игра показывает зубы. Это хорошо. Они сверху. Кто они? Это что там такое было? Че, в Анерлонды меня понесете? Да-да-да, похоже. Так, ну не Анерлонда, но куда-то мы попали. Я надеюсь, здесь бомфайр будет. Ой, ну то есть, ну вы поняли. Потому что это было достаточно напряжно с этим боссом драться. Хотя, в принципе, сейчас мне уже бонфайр не так уж и нужен. Но я слышу, он тут поблизости. Потому что я уже босса убил. О, офигеть, и куда это мы пришли? Возвращаемся, короче, в Nexus, и на этом сейчас мы покачаем маленького персонажа. То есть прокачаем еще силы, прокачаем еще живучесть. А как там выносливость, на какой параметр это отмечает и отвечает? Блин, что это я уже заговариваю, все, пора прекращать серию. Короче говоря, выносливость надо покачать. Endurance. Вот эндуранс нам нужен. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Так, и больше нам ни на что не хватит, по идее, да? Ну, в принципе, нормально, что. Давайте потратим еще душ. Так. Души демонов не будем тратить, потому что наверняка из них что-то можно сделать. А вот души всяких солдат. Эти вообще давайте сразу положим, а то я их сейчас случайно использую, это будет печально. Так, положить душу железного демона, душу кукольного демона, душу какого-то другого. Так, что еще можно выкинуть? Вроде все нормально так-то. Вот это весь мусор. Вот это. Стрел надо купить по-любому. Так. Болтов выкинуть. По броне ассасинскую. Все. Колечко ставим. Все нормально. You have a heart of gold. Так, солдатские души. Сейчас качнется на полное. Надо силу поднимать. И витарите. Три души героя, на каждую по 1000 дают. Отлично. Готово. Отлично.
О, блин, я сейчас много по нему похоже. Чё? Блин, надо было просто инвентарь поставить и по-быстрому. Ну, в принципе, так неплохо. Так, блин, много душ собрал. Вроде играл всего немножко, уже достаточно много душ успел поднять. Так, и осталось 10 душ неизвестного солдата. Но это вообще мелочь. По 200. Так, всё почти. Надо будет опять самоубиться, кстати говоря, между сериями. Потому что после убийства босса, я так понимаю, что персонаж становится человечным. Хорошо, 21 штука. На эту 21 штуку мы где-то на 3 прибавим виталити. А то по жизни что-то вообще печально. На пару не хватит, похоже, но хотя бы на один поднимем еще вот так вот. Блин, мне бы еще 120. Ну ладно. Короче говоря, ладно. В принципе, еще один уровень прошли. Достаточно сложный был, в отличие от предыдущих. Мне понравился. Надеюсь, вам также. Увидимся в следующих сериях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.